И в начале выпуска информация о громкой аварии. Она произошла 12 ноября примерно в 18:20 на автодороге М2 Крым. Автомобиль, в котором находились 5 человек, среди них председатель областного правительства Александр Зубарев, двигался со стороны Фатежа в сторону Курска и врезался в прицеп грузовика. По информации правоохранительных органов, поездка была частной. Водитель служебного автомобиля МВД России по Курской области Toyota Camry, младший оперуполномоченный уголовного розыска, прапорщик полиции Владимир Черников, не справился с управлением и допустил столкновение. 3 человека, находящиеся в автомобиле Toyota, погибли на месте. Это Куркин, Шаховцов и водитель Черников. Пассажиры Петрушин и Зубарев с телесными повреждениями доставлены в областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 3 человека. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 3 лиц. Водитель КамАЗа не пострадал. Ведется расследование ДТП. Назначен ряд экспертиз. Предстоит установить степень вины каждого водителя. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.